Следующий вопрос. Иза саллял маъмум ан ясар аль имам. Если тот, который вместе с имамом, все-таки станет слева от имама, то намаз действительно или нет? Говорит захаба джумур аль уляма или анна сала сахиха. Большинство ученых считают, что такой намаз является действительным. Ва якуну мусиан халифа ас сунна. Но человек поступает неправильно и этим сам противоречит сунне. Вау мазхаба шафи ва малик ва асхабу рай. И этого мнения придерживался имам шафи, имам малик, а также ханафиты. Ва халифа ахмад ва асхабуху. И в этом вопросе противоречил имам Ахмад, а также те, которые последовали за ним. Ва кали би бутлан салати. И сказали, что такой намаз будет недействительным. Илля ан якуна ан ямин аль имам ахад. Кроме как, если справа от имама кто-то есть. Уже кто-то есть. То есть, если в этом есть нужда. Ва саваб каулюн джумхур. Но правильным мнением является мнение большинства ученых. Это понятно или нет? То есть, смотри, два человека. Один стоит имамом, второй маъмум, тот, который за имамом. Но он вместо того, чтобы встать справа от имама, встает слева. То есть, делает то, что противоречит хадису Ибн Аббаса. Так, вопрос, такой намаз действительный у этого человека или нет? Более правильное мнение, что этот намаз действительный, вместе с тем, что это противоречие сунне. И более того, это разрешается делать, если в этом есть нужда. Как, например, намаз, как, например, мечеть переполнена, так и есть много места слева от имама, то разрешается в этом случае при нужде встать в группе людей так слева от имама. Говорит ли хадис ибн Аббас аль-лази филь баб? И мнение большинства ученых является правильным, потому что его поддерживает хадис ибн Аббаса, который у нас в главе.